Всем привет, мои хорошие. Я вам сегодня покажу своего цветуна. Итак, вот такой шикарный кустик. Вот такие шикарные корнишки. И это у меня такая странненькая обрезанная бирочка. Ну, вот такой фаленопсис эквестрис. Меня снимать тебе интереснее, да, камера? Так, прочитаю номер. SN8857. Это у нас Shining, да, ведет такую нумерацию. Так, у нас все растет, и кустик не маленький. Цветонос просто как у жирафа, и я рассчитывала на крупные цветы, честно говоря. Но я обманулась. Они, конечно, прекрасны. Ну, наведись, пожалуйста. Ох, не хочет наводиться. Так хотела показать не на сером фоне, чтобы был не статичный кадр, чтобы было интереснее. Сержусь я на тебя, но не хочет. Вот тут хочет. Но цветочек получился очень мелкий. Неожиданно мелкий, но очень красивый. Я крайне рада этому приобретению. Потому что цвет. Обалденный цвет. И он еле-еле розовый. Причем распускаются цветы более светлые. Потом чуть-чуть набирают цвет. Но при этом еле таком даже он не розовый. Он... с таким немножко сиреневатым отливом, и очень сахарный цветок, очень блестит. И он такой, знаете, конколор, то есть у него губа, у него все ровно вот так вот в один тон. Смотрится обалденно, и очень выделяется калус. Прям вот он такой желтый, насыщенный. Прям вырви глаз, и мне очень нравится рассматривать. И несмотря на то, что такой миленький цветочек получился, просто очаровательная штучка. Есть у меня видео, кстати, да. Есть он в видео. Я оставлю ссылочку в описании в конце видео, про где есть этот товарищ, посмотреть поближе. И, кстати, можете перейти тогда уже сразу и в описании по ссылочке в Инстаграм и посмотреть его фото поближе. В общем, хотела как лучше сделать кадр более живым, не статичным. Но получилось как всегда. Так что... ой, ой, он решил ветвить цветонос, ёшкин кот. Вот здесь вот. Как приятно их вынимать хоть иногда и подержать в руках. Да, ветвит цветонос, причем два ответвления будет. Может и детки, но мне пока напоминает больше цветоносы, потому что структура более такая палочка. Какая радость у нас сегодня в королевстве эквестриса. Что вот такой малыш, очень приятный, очень красивый, очень нежный, вот как более-менее хоть что-то видно. Но, ребят, да, я понимаю, кто сейчас будет смотреть это все на телефоне, а не на, например, компьютере или телевизоре, то, да, мелковато, мелковато для вас будет картинка, вряд ли вы что-то рассмотрите. Но, поверьте, он очень красивый, он... о, он ароматный. Только хотела рассказать о том, что бывают ароматные эквестрисы, но это большая редкость. Чаще всего они не ароматные. Так, ну... о. Цветочного запаха нету. Сладкого запаха нету. Пахнет он... ой, чем-то таким... ну, не хозяйственным мылом. Нет, хозяйственное мыло противно пахнет. Кто делает мыло сам, кто когда-нибудь пробовал, чем-то напоминает вот просто запах мыла, когда оно еще без отдушки. Мне еще воск иногда так, что ли, воском пахнет, вот как свечи пахнут, когда просто берешь восковую свечку, и это же не ароматизированное, просто нюхаешь, еще не поджигая, вот такой какой-то запах. Странненький достаточно, но интересно, слушайте. У меня есть ароматный эквестрис. Никогда его перед этим не нюхала. Ну, тем более он только зацвел. Супер. Красавчик. Вот такая у меня радость. И опять-таки, ребятки, правда, заходите в Инстаграм или на ФБ, или в мою группу по эквестрисам и посмотрите фотки. Я обязательно еще сегодня сделаю пару фотографий, потому что когда я делала фотографии, там был только первый цветок в распуске. И... ну, такое. Я сделаю сегодня получше. Всем большое спасибо за просмотр.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, делитесь у себя в соцсетях. Я не против, я только за. И всем большое спасибо за просмотр. И пока-пока!